Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили качество благоустройства дворовой территории в Одинцово по обращению старшей по дому номер 136 на Можайском шоссе, в котором было указано на затянувшееся благоустройство. Информация поступила во время личного приема депутата окружного совета Павла Чумурлиева. Часть работ на момент проверки уже была проведена. В окружном управлении благоустройства заверили, что полностью завершат работу к 17 октября. Вопрос взят на контроль.